на городском пляже. Вот там он за моей спиной. Там старый город наш. Старый город Акко. Дальше за спиной вон там Хайфа. Вот на нас выходной день сегодня. Люди отдыхают. Кто рано встает, утренний мацион. Кто-то вон купается, видите, на досках этих. Так, едем дальше. Вот такой у нас въезд, южный въезд со стороны Хайфы в наш город. Вот если помнишь, Карл, вот здесь этот ресторан, ну, Аргаман, это район этот. Потом тут гостиницы, спа-центр и вот такой вид. И вон гора Наполеон. Для тех, кто не знает, там стоял шатер в 1799 году, когда Наполеон пришел сюда своим войском и решил взять город Акко. Ему здесь дали немножко по зубам, и бесславно он отсюда убежал, город не взял. Это был 1799 год. Вот. Вот по Фавридане, вот на том, он там еще памятник видно, стоит там, это ему на коне. Вот. И сейчас мы подъедем к старому городу ближе. Друзья мои, я нахожусь в одних из сохранившихся ворот древнего города Акко. Он своей по еврейской истории 5000 лет ему, по библейской 2000 лет, чуть больше. Вот. Но как бы там ни было, это действительно сохранившийся город, один из сохранившихся городов в мире, который сохранился действительно в своем первозданном виде. И вот я нахожусь, я хотел показать единственное, не знаю, ворота. Вот настоящие, видите, вот они. Вот они, кованые гвозди. Кованые, может быть, это один из ворот, который передовой отряд Наполеона влетел сюда, и тут их сразу порубили. Вот, и головы их не выставили. Вот, ну, сам факт остается фактом. Вот, видишь, сохранился даже замок даже есть стоит. Интересная штука, сейчас я покажу в крупном плане, если получится. Смотрите, замок, и вот эта штука запиралась. Вот, когда ворота открыты, она и сюда такой штырь вставлялся. Когда ворота закрывались, вот эта вот штука, вот типа такой вот лома такого, да, большущего. Это ж, ты представляешь, в то время это все кованое. О, не знаю, что там покажет камера. Вот. Например, мне это очень интересно. И вот вход в город. Вход в город. Можно машинам грузовая здесь не пройдет. И вот ту сторону, это уже старый город,
а это один из ворот, так называемых, сохранившихся до наших времен. Вот. Не знаю, я под разным ракурсом, может быть, будет что-то видно. Вот сегодня, и вот такие своды, посмотрите, своды такие вот. Все было рассчитано не на то, чтобы там на бетон и так дальше, а все, как говорится, практически без. Вон, видите, клин сделанный и все держится. Вон, все держится. Ну, так, хорошего дня, хороших выходных всем. Всего самого доброго. На следующие выходные еще, может быть, покажу что-то интересненькое. Всего хорошего всем настроения и здоровья, счастья, благополучия всем. Бай-бай. Друзья мои, продолжаем путешествовать. Как говорится, путешествие выходного дня с моим помощником. Вон там стоит. Сейчас я забрался на самую высокую точку старого города Акко. Это смотровая крепостная стена. А вот где я стою, если будет видно, вот видите, это, по-видимому, здесь пушка стояла. Вот, потому что и вон там дальше такие площадки. Вот. Сзади меня, видите, да, это мечеть Аль-Акса, одна из крупных на Ближнем Востоке. Дальше вы видите, стоят церкви разных, да, вот они даже, архитектура в них разная. Есть, по-видимому, я не такой специалист именно конкретно по этим церквям, что здесь находится, но, по крайней мере, вы, если обратите внимание, у них разные купола, да, допустим, и архитектура разная. То есть на таком маленьком, когда-то, маленьком городке собралось практически и мусульманство, и христианство, и они все по кварталам здесь жили, и, как говорится, мирились, и это. Дальше, вот там дальше, вот, это через залив, это Хайфа, вот там он, вот, старый город, а вот там оно, это уже наш современный город, где мы живем, вот, вон там город расстраивается, строится. Вот, внизу, вот здесь сейчас я покажу, внизу, это все было заполнено, вот видите, машины там стоят, это все было заполнено водой, вот, вот пушки стоят, еще времен Наполеона, который 2 месяца осаждал этот город, брал осадой, и в итоге бесславно бежал вместе со своей армией, и практически был уничтожен там. Это было 1799 год. Сейчас, правда, вот растительность отсюда бы было видно с той стороны. Вон. Там вот этот, вот где его шатер стоит. Стоял, вернее, в те года. Вот. И вот он наблюдал, когда передовой отряд влетел в подошел к крепости, подъехал, как говорится, хотел взять там. И вдруг перед ним открывается ворота, этот передовой отряд врывается, все, победа, их, тут же их рубят, головы их не на шесты, и выставляют вот здесь вот на вот этой крепостной стене. Армия это смотрит отсюда, наверное, да? Только что передовой отряд влетел в город, все, победа, а тут, опа, их головы тут на шестах. И в шоке армия бежала до Хайфы, там на корабли, кто мог, вместе, и Наполеон в том числе, бросил свою армию здесь. И так у него закончился бесславный поход на Ближний Восток. А потом уже была Москва 1812 года. Это уже, как говорится, уже в другое совсем. Хорошего дня вам, всего самого доброго, я с вами. Роланд, сейчас я тебе покажу. Вид на Средиземное море.
где я живу. Вот такой закат сегодня у нас. Вот такой вот. Там он. Рейд на Хайфе. На Хайфе Хайфского порта. Сейчас немножко отсвечивает. Это я уже здесь живу 18 лет. Такой у нас вид. Утром тебе покажу, какое у нас утром красивое море. Сейчас, по крайней мере, показываю, какой у нас закат. Еще немного, несколько часов, и море, и солнце сядет за море.